А эти кадры мы получаем из Краснодара. Там полицейские выясняют обстоятельства массового ДТП на трассе Дон. В аварию попали сразу 30 машин. К счастью, никто из водителей и пассажиров серьезных травм не получил. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего, а также регулируют дорожное движение. Предварительная причина аварий – несоблюдение скоростного режима в условиях плохой видимости. Проверка на месте ДТП продолжается. Из-за аварии трассу на некоторое время пришлось перекрыть, но сейчас движение уже восстановлено. Ну а учитывая неутешительные прогнозы синоптиков, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и по возможности вообще пока не садиться за руль.